4 марта в Софии состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента республики Болгария Росена Плевнелиева один на один. Вначале главы государств сфотографировались для официального фото. На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, культурной и других сферах. Подчеркнуто значение взаимных визитов высокого уровня. Было отмечено, что официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию внесет большой вклад в дело дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что имеются большие перспективы и хорошие возможности для расширения сотрудничества. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным вопросам.